Всем добрый день. Мы находимся в клинике Куяльник, курорт Куяльник, который в этом году уже был национализирован. То есть он национальный уже, как национальный, как это сказать, короче, оздоровчий заклад национальный. И вот мы купили обед, который стоит 100 гривен, шведский стол тут. Сейчас мы узнаем, сколько и чего там дают. Итак, обед 100 гривен, Куяльник санаторий, город Одесса, Украина. Идемо дивитися, як кормлять на обід в Куяльнику. Пока, смотрим. Так, прошли мы, короче, такой блокпост, отдали чек и идем, короче, наверх. Идем. Так, объявление. Куточек споживача. Ди-ди-ди-ди-ди-ди. Чего, килокалории и так далее. Опись еды. И заходим непосредственно в столовую. Значит, вот такой вот салатик есть у нас. Швед. Я извиняюсь, а что вы робите? Я снимаю. Видеосъемка запрещена. А кто вам такое сказал? Я журналист. Я зараз вызову охрану. Вызывай, вызывайте. Вам показать свои...